Всем тыквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, поздравляю, ребятки, наступил первый сезон, как бы это ни звучало. И у нас появился новый Royal Pass, который можно прокачать. И мы, конечно же, его прокачаем до 50 уровня. Также мы наконец-таки узнаем, сколько же будет длиться один сезон, можно ли будет быстро апнуть себе завоевателя, как это можно было сделать раньше. Рассмотрим с вами RP-кейсы, RP-рулетку. Первый в мире покрутим эту RP-рулетку для того, чтобы прокачать мотоцикл, который можно сейчас у нас получить именно в Royal Pass'е, ну и дополнительно за UC-шки его, конечно же, прокачать. В общем, много интересного. Сразу же хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел на стрим. Мы целых 7 часов ждали новый Royal Pass. Всем, ребят, огромное спасибо. Ну а мы, в принципе, начинаем. Мы уже посмотрели трейлер, в принципе, на стриме. Трейлер я уже показывал неоднократно. Сами награды соответствуют полностью прям идеально соответствуют утечкам, ребят. Но мы их с вами быстренько разберем, конечно же. Но для начала хотелось бы приобрести новый Royal Pass. В принципе, здесь у нас все стандартно, да? RP-миссии, окей, RP-кейсы, которые я показывал. RP-рулетка, хорошо. А многие ждали тут лицо из какого-то сезона. Ребят, поменьше верьте тиктокам, пожалуйста. Ну и, само собой, сами награды Royal Pass'а. Окей, давайте прокачивать, давайте покупать. Нажимаем с вами улучшить пас. Берем, конечно же, за 960. О, скидочка, кстати. В самом начале мне дали скидочку 60 UC-шек. И мы с вами прямо сейчас ее используем. Поэтому нам элитный Royal Pass выйдет 900 UC-шек. И мы с вами прокачались до 15 уровня. Теперь мы с вами не торопимся. Давайте посмотрим ящики. Ага, ну логично, 50 уровней. Хорошо, давайте мы с вами купим один ящичек. Ну все, в принципе, стандартно. И знаете, что мы с вами сделаем? Для начала мы с вами зайдем вот сюда. Где у нас? Вот она. Здесь у нас нужно было выполнять миссии, как вы знаете. И можно взамен получать RP-очки. А почему не открывается? О, открылось, окей. Так, у меня здесь есть 142 RP очков. Завершится. Ну окей, без разницы. Нажимаем окей. Прекрасно. Прокачали еще несколько уровней. Не забудьте, ребята, использовать. Но не забывайте, что у нас есть еще 500 RP очков. Которые многие говорили, что именно благодаря им у нас будет 20 сезон. Но нет, ребятки, это не 20 сезон. Это наш нынешний первый сезон. И мы с вами воспользовались этой RP-карточкой. Прекрасно. Ну а теперь идем и докупаем. Докупаем всего лишь 2 ящика нам нужно, ребят, чтобы прокачаться до максималки. Это очень дешево, это очень годно. И плюс к этому не забывайте, что эти UC-шки возвращаются обратно. Прекрасно. 50-й максимальный уровень. Хорошо? Ну что ж, погнали забирать награды. Забираем все одним махом, ну а потом будем медленно это все рассматривать. Ну как медленно, быстренько так просмотрим. После этого перейдем в награды сезона, посмотрим вообще, как сезон работает. И покрутим RP-рулетку, как я и обещал. Костюмчик. Только ради этого костюмчика можно брать RP-рулетку. Маска, висюлька, спасибо, скорелька, мифик и еще один мифик. Прекрасно. Мне осталось еще 9 мификов до мифической моды. Плюс к этому вот монеточки для RP-рулетки. Потом мы ее с вами будем крутить. Ну что ж, предлагаю быстренько пройтись, ребятки, по наградам, да? Давайте заберем сначала вот это. А то меня бесят вот эти красные точки. Не знаю, как вас, но они меня прям напрягают, что что-то светится. Ну и погнали. Первый уровень — костюмчик плюс бурстовая М-ка. Только костюмчик плюс маска выглядят уже очень круто и достойны тех самых 300 UC-шек, ребят. 300 UC-шек за Royal Pass. Это очень дешево и награды достаточно годные. Да, есть, конечно же, вот такие вот награды. Они мне вообще не зашли. Эмоция, кстати, очень крутая, я говорил, бесплатно МРП. Многие не верили, что она там будет. Она там есть, ребят. Конечно же, аватарочка, почему нет? Ну и, само собой, мотоцикл, который мы с вами сегодня будем прокачивать, ну потому что первый уровень вообще ни о чем. Второй более-менее нормальный, ну а третий вообще выглядит очень даже неплохо. Ну, у меня есть Yamaha, но это очень, кстати, похоже. Только здесь Impala. Так, дальше есть вот такой вот костюмчик. Окей. Висюлечка. И эмоция. Ну, эмоция для мифика средненькая. Кюбаушка. Скорелька. Которая выглядит тоже очень даже неплохо. Ну и последний, 50 уровень, мифический сет.
мифический сет «Ночной ловец». Ну, мы знаем его как «Ночной сталкер». Ребят, чего вы не спите? Чего вы кидаете приглосы? Сейчас 5 утра. Так, что у меня тут светится? А, окей, сорян. Бесит, здесь именно красным светится. А здесь тоже что-то светится, я не понимаю, что. Так, ладно, в общем, отсюда все собрали. Миссии, если кому-то они интересны, вот за вторую неделю, ребят. Многие иногда просят именно показать миссии за вторую неделю, вот они. Так, дальше у нас идут RP-кейсы. Мне, в принципе, отсюда ничего не интересно. У меня все отсюда есть. Ну, потому что это 13-й сезон. И мне отсюда ничего не нужно. А отсюда мне нужно улучшить мотоцикл. Плюс здесь еще костюм неплохой. Окей, давайте посмотрим все-таки на сезон, ребят. Потому что это намного интересней. C1-S1 сезон. Окей, добро пожаловать в новый сезон цикла. Опачки, после его начала все последующие сезоны будут объединены в серии с нормированными наградами. Что бы это ни значило. Ну, мы это уже с вами видели, что у нас есть ас-мастер и ас-доминатор. Также мы видели, что изменили систему начисления очков. Там еще, если вы будете взрывать своих тиммейтов, вам будут минусовать. И плюс к этому здесь показывают, что у нас есть еще какие-то дополнительные крутые награды. Окей, здесь у нас много наград за предыдущие ранги. Забираем. Джишки и купончики лишними не будут. Дальше у нас идет костюмчик, маска, скин на ауг, к сожалению. Все оправдалось, ребятки, снова же скин на ауг. Ну а дальше у нас идет за ранг ас-доминатор, новая награда, да. Аватарка, оказывается, это просто аватарка. Ну и само собой уже завоеватель. Мне интересно, как... Что? Окей. Я в 12 сезоне был ас-мастер. Угу. То есть вы мне решили испортить вот таким вот образом картину. Я старался, специально не брал завоевателя ни одного сезона. И в конце мне просто взяли и влепили в 12 сезоне ас-мастер. Просто красавчики розовые, вы просто промолчу. Так, здесь у нас показывается, что 2 месяца? Почему не 3? Каждый сезон длится около... около, понятно. Ну здесь около, если есть слово около, значит может быть и 3 месяца. Просто я помню, что там в описании было написано, что в одном цикле идут 3 сезона. Поэтому я и удивился, почему именно только 2 месяца. Но слово «около» многое решает. Как вы знаете, разрабы могут многое изменить в последний момент. Окей. Что ж, я предлагаю, ребят, покрутить рулеточку, потому что, в принципе, совсем мы уже с вами разобрались. О-ля, сразу 2 хода. Неплохо. Это что? А, я понял, инструкция. Так. Ля, как везет. Но я думаю, здесь уже везение закончится, да? Угу. Угу. То есть за ЮЦшки. А у меня РП-очков нету? Вроде там что-то сверху было, нет? 264 РП-очков. Не. Ну ладно. Ладно, давайте за ЮЦшки, но только 22 нам нужно. Я обещал, что покрутим. Давайте. Так. И погнали. Сейчас будет бомба. Просто чекайте. В принципе, ожидаемо, потому что до этого 2 раза мы с вами прошли. Так, ну что, давайте еще раз закупим. Так, погнали. Бомба, как неожиданно. Прям напоминает рулетку с Теслой. Ну давай, с последнего, давай 2, пожалуйста. Ну, хоть здесь, давай 2. Ля, 2. Прикольно. Дальше уже 88. А мне достаточно, чтобы прокачать мотоцикл? Да, мне достаточно, чтобы прокачать мотоцикл. Окей. А мне, в принципе, большего-то и не надо. Так. Получить? Да? Получить. Окей, забираем 313 аирдропчиков маленьких. И, в принципе, прямо сейчас мы с вами заполучим второй улучшенный вариант мотоцикла. Вот, нам сразу и показывают, да, что мы можем приобрести за них. Окей. Так, возвращаемся в магазин и давайте улучшать мотоцикл. Иди сюда. Не, ну в принципе неплохо. В принципе неплохо. В вот таком образе он выглядит намного лучше, чем то, что у нас есть в RP самом. Так, давайте посмотрим в инвентаре. Костюмчик, кстати. Вот этот прикольный. Я говорю, только ради него можно покупать, ребят, за 300 UC-шек RP. Ну тут вам еще и мифик вот такой вот. Ну, мне не зашел.
Вот чисто мое субъективное мнение, ребят. Я видел, что многие писали в комментах: ой, мы зажрались, нам столько мификов дают и так далее. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что мне просто это не нравится. А, два скина? Серьезно? То есть я не улучшил, я приобрел. То есть мне можно было набрать им на аирдропчике, да, и взять сразу третий уровень. Ага. Ну, доброе утро, у меня 5 часов утра, после 7 часов стрима голова не шарит, извините, ребят. Окей, ну, в принципе, все, на этом все, ребят. Видео, в принципе, заканчивается. Не забывайте, что на канале проходит розыгрыш 10 Royal Pass'ов. Для участия в розыгрыше переходите по ссылочке в описании, ребят. Там вы найдете все условия, выполняйте их. И результаты, еще раз повторяюсь, будут к концу недели. Если в Мидосе есть пакет на новый РП, я, конечно же, перечислю им на новый пакет. Если нет, тогда 340 лицешек, как я заявил об этом в самом-самом начале, чтобы не было никаких претензий. В принципе, на этом все. Если видосик вам понравился, был интересным, обязательно поддержите его лайкосиком. Еще раз говорю всем огромное спасибо за то, что залетели на стримчик. Также, ребятки, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать самую свежую информацию, потому что в ближайшее время будет известна полная линейка следующего второго Royal Pass'а, да? Я думаю, многим будет интересно посмотреть все-таки, как он будет устроен. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте ваши царские лайки, потому что это помогает продвигать ролик. Ну а я на этом с вами прощаюсь. С вами был Dream. Всем топ-1.